общем, друзья, Паш ест рогалики. Мне тоже надо начинать, а то, боюсь, не достанется. Дорогие друзья, всем большой привет! Это канал Супер Отпуск, и у нас наконец-то выпал снег. Наступил, друзья, Новый год, и выпал снег. Так здорово припорошило снежком. Не очень так, прям, да, много пока снега, но уже настроение стало намного лучше. Нет грязи, да, какой-то такой морозный воздух наконец-то. Светло. Светло, да. Серости нет. Серости нет. Иди скорее, Буян. Давай поздравим всех с Новым годом. Дай лапу. Дай лапу. Лапу дай. Давай помаши всем с Новым годом, поздравляй. Всех своих зрителей, подписчиков, которые тебя любят. Да, между прочим, у тебя поклонников не меньше, чем у нас с Пашей. Да, знаешь, сколько смотрит наш блог только из-за тебя, Буя? Знаешь, сколько смотрит наш блог только из-за тебя? Да, говорят, что ты классный собак. Вот. Кстати говоря, у Буяна скоро день рождения. Да? Нам исполняется ровно год, друзья. Торт будешь ему печь? Торт? Педигри. Паша, друзья, купил Буяну на Новый год подарки. Он ему купил какую-то миску. Теща сказала, что миска настолько хороша, что может быть использована даже в качестве салатника большого. Что я обалдел. Да. Вот. Еще Паша ему купил целый мешок педигри, миску. Так что, ребят, Буян тоже не остался без подарков. Кто-то переживал по поводу того, что мы ему подвязали мишуру. Друзья, ну вы не переживайте. Это мы опять подвязали, чтобы его чуть-чуть поснимать. На самом деле, Буян, он не особо-то ходит в мишуре. Вот, так что... Все, что ему не нравится, он срывает с себя. Но, видимо, она ему это приглянула. Нормально. В общем, ребят, замечательная погода. Отличное настроение. Мы надеемся, что у вас такое же. Сегодня второй день праздников, и мы сегодня, друзья, будем печь рогалики. Вот сейчас вышли немножечко погулять с Пашей, сейчас съездим за творогом и будем печь рогалики, ребят. Слушай, ну и шуба у тебя, Буян. Какой ты стал большой. Паша, он растет не по дням, а по часам, тебе не кажется? Он прям за последние 2-3 месяца как-то очень сильно вырос. Надо ему пайку урезать, наверное. Когда вот наступила зима, вот зимние месяцы, он прям очень сильно вырос. То все какой-то был такой не очень большой. И сейчас прям такой потолстел. Че, ты чихаешь, Ян? Нет. Ты чихаешь? Снежком ему обдай. Снежком? Давай ты с ним поиграй. У тебя это лучше получается, Паш. Нет, я не люблю эти игры собачьи. Хватит с ним играть, а то он не повзрослеет. Я могу только погладить. Ну! О, поиграла? Ну это с Пашей так играет, друзья. Это он его приучил. Ой, ты гляди! Он вроде не запрыгивает, да, так рядом. Друзья, сегодня печем рогалики. Паш, ты хочешь рогалики? Мы только ели их. А они кончились. Ребят, я пекла рогалики 31 числа. Очень хотела почему-то, чтобы Новый год встретить с рогаликами, знаете, такое блюдо поставить под елку. Ну, вот под такой букет на стол. Реально так и было. Но, в общем, рогалики все съели. Настолько они вкусные, друзья, и готовятся быстро. Что вот сегодня я решила, какое сегодня число? 2 число, вечер, я решила дома, да и ладно, я еще побалую своих домашних.
рогаликами вкусными. И кроме того, друзья, знаете, что интересно? Я вроде писала их рецепт, на форуме писала, да, там где вот в сообщество вкладка, вы можете посмотреть, там есть рецепт. Потом в одном из видео, так кратко, тоже давала нарезку, как они готовятся, рецепт. Но почему-то меня все равно продолжают спрашивать, дайте рецепт рогаликов. Вот. Еще, друзья, совершенно случайно, не так давно именно на Ютубе я набрала название своего канала, чтобы посмотреть, как канал ищется. И каково было мое удивление, что самый популярный запрос – это суперотпуск, потом суперотпуск на даче. И третий, Паша, угадай, какой запрос, как люди рогалики ищут. Суперотпуск – рогалики, да, друзья. Поэтому вы уже ищете рогалики, наверное, те, кто не смотрел какие-то наши предыдущие первые видео. Поэтому, друзья, сегодня рогалики приготовим, и вы порадуете своих близких таким потрясающим блюдом. Готовится очень легко, для этого нам потребуется 2 пачки творога, пачка маргарина, друзья, разрыхлитель и мука. И больше ничего, даже не надо яиц. Как, совсем больше? Совсем больше ничего. А и хорошее настроение. Вот это самое главное. Хорошее настроение и чтобы было желание побаловать своих близких. Вот, потому что если делать все без желания, все получится не так. И, кстати говоря, так оно и есть, Паш. Я вот бывает что-нибудь готовлю без настроения, просто потому что надо. И, ну, не получается. Ну, получается, но не так вкусно, как могло бы быть. Тут вот, кстати, 31 числа пекла рогалики. И как-то на скорую руку немножко муки переборщила. И они у меня не оказались такими пышненькими, как мне бы того хотелось. Поэтому, ребят, все делаем с настроением. Итак, первое, что мы делаем. 2 пачки творога, ребята, в миску. Также в миску пачку маргарина. Можно маргарин, естественно, заменить маслом. С маргарином получается, друзья, ничуть не хуже. Маргарин должен быть у нас размягченный, потому что вот это все мы сейчас будем ложкой сминать и смешивать. Вот. У меня маргарин. Вот так, видите? У меня маргарин размягченный. И смешиваем. Можно было еще его побольше размягчить. Ну вот мы с Пашей из магазина привезли. В общем-то, он у меня постоял. Сколько, Паш? 3 часа, наверное, да? Ну, нормально. Нет, нормально. Вот. И, в общем, смешиваем маргарин с творогом. Я выпекаю рогалики по этому рецепту очень-очень давно. И можно, знаете, по-разному смешивать ингредиенты. В разных рецептах рекомендуют по-разному. Где-то я читала, рекомендуют смешивать для начала маргарин с мукой и потом эту крошку добавлять уже в творожную массу, в творог. Ну, я пробовала так сделать, друзья, мне не понравилось. Миксером надо было. Паш, у нас нет миксера, у нас есть блендер. А в блендере мне не хочется потом это все вынимать и, в общем, не совсем удобно. Если вот конкретный миксер, да, который можно опустить в мисочку и смешать, это удобно. У кого есть миксер? Миксером, конечно же, можно. Ну, я не такой большой кулинар, как я уже говорила. Поэтому, друзья, миксера у меня нет. Если мне надо смешать крем для торта, я пользуюсь блендером. В общем, все, смотри. Вот так мы смешали, вот в такую однородную массу. Вот. Не оставили никаких комочков творога, все хорошо перемешали. И теперь, друзья, в эту массу мы будем засыпать муку вместе с разрыхлителем. Купила сегодня такую интересную муку. Первый раз такую увидела, Паша был со мной. Я говорю, Паш, что это за мука интересная такая? Смотрите, французская штучка. Тут вот написано, смотри, для тортов, пирожных и круассанов. Вот. Попробуй. Наверное, какая-то особая мука. Может быть, какую-то пышность придает. В общем, друзья, для этого рецепта нам надо где-то 400 грамм муки. Но, вы знаете, муку надо добавлять постепенно, и главное здесь не переборщить. Потому что, когда вы будете чувствовать, что муки достаточно, лучше остановиться. Потому что потом, когда мы будем с вами раскатывать тесто, всегда можно подбавить этой муки. Если вы увидите, что же тесто, ну, чуть-чуть требует еще муки, можно его обвалять, еще раз, да, вот так вот руками помять в муке, и этого будет достаточно. Потому что, если муки переборщить, то, друзья, рогалики не поднимутся. Они будут совершенно не такие по вкусу, не такие нежные, не такие вкусные. Поэтому не переборщим с мукой. Итак, сейчас я отмерю муки. Будем засыпать в эту массу муку вместе с разрыхлителем. В общем, я уже отмерила 400 грамм муки.
предварительно ее еще просеяла через ситечко, чтобы она была у нас попышнее для выпечки. И всыпаю сюда пакетик разрыхлителя. Всыпаю пакетик разрыхлителя в муку и перемешиваю. В общем, рецепт, ребят, настолько простой, что вы не представляете, насколько он простой. А лакомство получается реально очень вкусное. Вот. Можно, кстати говоря, делать и с начинкой. Как-то я делала с яблоками. И в одном из видео, когда мы накрывали розы с Пашей к зиме, готовили розы, я как раз давала рецепт, как я делала с яблоками, я их показывала. Я сейчас дам ссылочку, друзья, и вы посмотрите, если захотите. Из банана? Нет, с бананом это было банановое печенье. А-а-а. Вот, я тоже, друзья, дам сейчас ссылочку, где мы пекли банановое печенье. Тоже, кстати говоря, из творожного теста. Вот, получилось тоже очень вкусно. Ну, немного другой вкус, не как у этих рогаликов, но тоже очень вкусно. В общем, смешала я, вот смотрите, муку с разрыхлителем. И теперь я всыпаю вот в эту массу, где у меня предварительно перемешан маргарин и две пачки творога. Я потихонечку всыпаю муку. Потихонечку. Перемешивая постепенно. Чтобы было видно, достаточно муки или недостаточно. Чтобы у нас все хорошо смешалось. Вот. Слушай, мука, правда, кстати, хорошая. Вообще она какая-то, знаешь, нереальная. Такая вот прям легкая, невесомая. Действительно хорошая. Посмотрим. Да. Друзья, она была по акции. Поэтому я не знаю, насколько она будет хорошая. Вот. Но мука предлагалась по акции. Поэтому я решила попробовать ее купить. Ну да, реально какая-то прям такая беленькая вся мука. Такая прям загляденье. Вот так вот, видите, вот такое тесто в результате получается. Вот такое. Не знаю, как там Паша вам показывает, друзья. Смотрите. Вот такое, видите? Липкая такая консистенция. Достаточно густовато. Тесто нам не интересно. Густовато. Рогалики давай уже. Ну подожди, рогалики. Тут вот еще надо мучиться. Подбавить. Еще. Почему надо муку вмешивать постепенно? Почему, вот, да, я говорю приблизительно 400 грамм. Кому-то, может быть, понадобится и меньше муки. Все зависит еще, знаете, от консистенции творога. И даже от консистенции маргарина много зависит. Потому что маргарин там, да, или сливочное масло, что вы будете использовать, тоже в таком размягченном состоянии бывают разные консистенции. Вот мне кажется, уже вот этого прям достаточно. Вот смотрите, у меня еще даже осталась мука. Вот, а я думаю, что этого мне будет достаточно. То есть я 400 грамм далеко не использовала. Я, наверное, использовала грамм 300, ребят. Вот, творог бывает более там водянистый. Ну, в общем, каждый раз надо смотреть. Вот так вот. Да, вот такое тесто, пожалуй, на этом стоит остановиться. Не надо больше муки всыпать. То есть вот так. Этого достаточно. Сейчас оно у нас еще постоит полчасика. Все ингредиенты пропитаются, настоятся в нем, отдадут свои свойства друг другу. Надо немножечко тесто дать постоять. Ну, полчаса достаточно. Дальше это тесто у нас пойдет под скалку. Вот так. Достаточно. Немножко оно липнет, да, еще к рукам, но я говорю, вы тут знаете, лучше подсыпать муки потом, когда вы будете раскатывать, лучше чуть-чуть еще обвалять муки, а то можно переборщить просто, будет не совсем вкусно. Вот, ну, кстати говоря, нормально, оно к рукам не липнет, вот, смотрите, вот, вот такой шарик, в принципе, все окей, друзья. А эту муку, которая у меня осталась, я еще сейчас использую. В общем, оставляем на полчаса, накрываем полотенчиком, и кто хочет готовить с начинкой, за это время можно приготовить какую-то начинку. Но начинка сюда, друзья, идет сладкая. Я как-то делала яблоко с сахаром, просто мелко-мелко резала яблоко и с сахаром его так перемешивала и немножечко клала на конец рогаликов и потом заворачивала. Получается очень-очень вкусно. Так что пока есть время, порезать там пару яблочек, кто что хочет. Можно вообще ничего не резать. Я, кстати, ничего не режу. И по поводу сахара, друзья, возможно, вы заметили, что здесь нет сахара в рецепте. Да, сахара нет. Сахар сейчас будет у нас присутствовать, но немножко попозже. Сейчас я вам покажу, как это у нас все будет.
В общем, прошло у нас полчаса. Тесто у нас чуть-чуть постояло, ребят. Что мы делаем дальше? Дальше мы делим вот это тесто на три равные части, каждую из которых мы будем, друзья, раскатывать. Вот. В общем, видите, вот муки можно всегда подбавить вот так вот. Я вот считаю нужным, да, немножечко ее подбавить сейчас. Немножечко сейчас еще подсыпем. Зато у нас будут очень пышные и нежные рогалики. А если с мукой переборщить, друзья, то необходимой нежности и пышности у рогаликов у нас не будет. Да, это очень важно. Так, в общем, что мы делаем дальше? Дальше мы берем скалку и начинаем раскатывать наш пласт. Начинаем раскатывать. Раньше в детстве. Чуть-чуть помнишь, здесь плохо сделано. Когда пироги родители делали. Ну, ты тесто воровал? Да, я воровал тесто и ел его. Тесто, кстати говоря, вкусное. Но оно такое, знаете, без сахара, поэтому, ну, такое творожное, творожное маслянистое. Вот видите, как хорошо раскатывается. Оно так, как бы, знаете, не вот прям, не как на торт. То есть понятно, что здесь есть творог, и это очень хорошо видно сейчас, ощущается, потому как катается тесто. Если, конечно, муки добавить побольше, то кататься будет несколько по-иному, но готовый вкус рогаликов будет не настолько хорош. Опа, поэтому лучше чуть-чуть не добавить и посыпать в конце, чем пересыпать. Что мы, Паш, будем? Чай заваривать вкусный или кофе будем с рогаликами? Чай. Чай? А я вот почему-то кофе люблю с рогаликами. Мне почему-то нравится с кофе. Ты меня на кофе подсадил. Знаете, не совсем идеально получается у нас круг. Паша говорит, что я подсадила его на кофе. Приучил у меня кофе, да, друзья. Ну, ничего страшного. Если у вас, вот вы раскатаете так же, то ничего страшного не случится, потому что дальше это сейчас будет все разрезаться на сегменты. Поэтому ничего страшного. И дальше, друзья, надо нам вот этот пласт сейчас сверху посыпать сахаром. Так, берем, друзья, сахар. Я прямо вот так возьму. И посыпаем сахаром. Просто прям сверху. Ну, кто как вкус любит, по вкусу. И вот так вот. Не особо много и не особо мало. И дальше еще раз скалкой мы этот сахар вдавливаем. Ты меня научишь рогалики делать, смотри. Ну, что ж, может быть, и ты им никак-нибудь испечешь. Так, ну и все практически-то. У нас все готово для того, чтобы нам делать рогалики. Надо взять противень, налить немножечко на противень подсолнечного масла, чтобы сразу наши рогалики сейчас выкладывать, друзья, на противень. Так, ну, смазываем противень маслом, друзья. Кто-то, может быть, любит выпекать на пергаментной бумаге, друзья. Я не против. Выпекайте, как вы любите, как вы привыкли. Вот. Я по обычному выпекаю, поскольку у меня есть, слава богу, хорошая посудомойка, которая прекрасно моет противень. И если рогалики снимать горячими с противня, не давать им остыть, то они прекрасно, кстати говоря, снимаются. Ну и начинаем нарезать от центра наши сегменты на рогалики, которые мы будем скатывать, ребят. Вот так мы это делаем. Вот этот какой-то у нас рваный рогалик получился. Это Паша на пробу. Нет, мы вот этот вот уберем кусочек, а вот отсюда дальше пойдем. Но ничего страшного, бывает и так, потому что тесто творожное, и не всегда прямо вот идеально получается. Если мы будем делать, чтобы у нас все идеально раскатывалось, может быть не идеально вкусно. Поэтому лучше мы сделаем, друзья, чтобы было идеально вкусно. Я думаю, что все со мной согласятся в этом отношении. Ну вот так, достаточно. Я не знаю, на сколько штук получится. Ради интереса можно посчитать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У меня получилось на 15 рогаликов. 45, значит. Да, и у нас из трех, соответственно, таких наших шариков, да, получается 45 рогаликов. Обычно, друзья, у меня это два противня вот таких больших.
Ну и дальше мы просто их скатываем. Значит, если вы будете делать яблочной начинкой, как я уже говорила, делать ее очень легко. Просто мелко режете яблочко, смешиваете с сахаром, даете чуть-чуть постоять и по чайной ложечке, по чуть-чуть, вот сюда на краешек вы кладете, например, вот эту вот яблочную начинку и прямо вот так вот вместе с ней скатываете. Ну, соответственно, я скатываю без начинки. То есть начинка кладется вот на самый краешек, и все, и дальше просто закатывается. Ну, я делаю без нее. О, смотрите, как хорошо скаталась. Ну и кладем на противень. Так вот. Следующий. В общем, очень простое в приготовлении блюдо, но очень вкусная домашняя выпечка получается, очень вкусная. К чаю, кофе, просто так побаловать близких, домашних, гостям пришли гости, все всегда с удовольствием съедают. Ну, у меня уже многие подписчики выпекали и говорили, что реально, да, им понравился результат, получились вкусно. Паша вот уже ворует. Паш, ну оно такое, не сладенькое. Хотя нет, тут уже с сахаром. Не, нормально. Уже нормально, да? Угу. Так, ну и осталось нам буквально два рогалика, друзья. Вот так вот. Надо было этот вовнутрь положить. Да я его сейчас вон смешаю, у меня еще есть. В общем, друзья, первый пласт теста мы использовали. Вот. Сейчас я буду раскатывать еще второй пласт теста по такой же технологии. Заполняем противень и относим выпекаться при температуре 180 градусов. Выпекаем до золотистой корочки. Не переборщите, друзья. Эти рогалики, они тем вкуснее, чем они у вас, можно сказать, не сильно-сильно прям пропеченные. То есть не выпекайте настолько сильно, чтобы прям они у вас были чуть ли не коричневые. Не надо. Достаточно вот корочка немножечко прям подзолотиться, и можно вынимать, потому что пропекаются очень быстро и очень легко. Я сверху ничем не смазываю, ни сливочным маслом, ни яйцом, ничем. Почему? Потому что я сверху, друзья, очень люблю посыпать сахарной пудрой. Это получается очень красиво и очень вкусно. Поэтому я прям в таком виде отправляю их сейчас, докатаю и отправляю выпекаться. Можно, кстати говоря, дать еще постоять там минут 30, это тоже не будет лишним, но как раз пока сейчас у нас духовка разогреется, Паша сходит в баню, включит духовку, поскольку здесь у нас еще, друзья, духовки нету, еще не до конца все оборудовали, но это не мешает нам выпекать такие вкусные лакомства. Берем второй кусочек нашего теста, видите, вот так вот его, чуть-чуть в муке обваливаем еще. Вы знаете, хотела сказать, Паша, Паш, давай, ладно, ты просто там чуть-чуть поснимай, а я потом это все как-нибудь вставлю, прибавлю скорость, чтобы было интересно. Вот, но почему-то хочется мне еще что-нибудь поболтать. Да, поболтать ты хочешь, любишь. Вот, поболтать, если честно, друзья, нам особо не с кем. Вот, что-то как-то все по семьям сегодня съездили в гости, навестили Пашну маму, попили чая. Вот, со свекровью посидели, поговорили. Я, кстати говоря, друзья, очень хорошая свекровь, скажу честно. Она совершенно меня не учит жизни. Друзья, как выясняется в делах... Как моя мама, да? Как выясняется в делах свекровь, невестка, правильно я называю, да? Или там как это, сноха, как то я, в общем, свекровь. Ну, неважно, вы поняли. Самое главное, чтобы вас не учили жизни, друзья. Оказывается, это просто вообще, это супер. У меня свекровь, замечательная женщина, она по знаку зодиака, друзья, водолей. Вот, говорят, все водолеи такие. Я не знаю, ну, в общем, мне повезло, она совершенно. Ей без разницы, как ее сын живет, но она видит, что как бы с сыном все в порядке, а как бы детали человека не интересуют, что он там кушает, как он одевается. Как мы там в доме, что делаем. В общем, здорово. Я просто вот хочу сама быть такой свекровью. Не знаю, друзья, получится у меня или нет. Навряд ли. Паша говорит, у тебя огонь. У тебя огненный знак. Паша говорит, что у меня не получится. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Мне кажется почему-то, что должно быть как-то все-таки все сбалансировано.
Все-таки я надеюсь, что получится, ребят. Вот опять посыпаю сахаром. Вот. Вот это, смотри, у меня получился кружок поинтересней. Уже такой ровненький. Он, наверное, постоял просто. Ну, возможно, чуть побольше постоял, да. И я его получше с мукой как-то вот сейчас обваляла. Чуть-чуть побольше муки прибавила. Ну, ничего. У меня, друзья, очень беспокойная мама. Поэтому, если бы у меня еще была беспокойная свекровь, я бы это уже не вынесла. Это было бы перебор. У нас так, знаете, уравновешивается. Мама моя очень беспокойная, а свекровь... очень спокойная. И поэтому какой-то баланс, консенсус, он так это выдерживается, да, Ваш? Скажи. Ну, наверное, не знаю. Я это так не ощущаю. Многие, знаете, новые зрители, когда заходят на наш канал, ну, слава богу, таких комментариев немного, но кто, ну, знаешь, кое-кто пишет, говорят, боже мой, столько рассказывать, как делать буженину, считать кружки. Ну, вы понимаете, друзья, вот кто меня смотрит впервые, просто обращаюсь к тем, кто смотрит впервые наш канал. Друзья, у нас не кулинарный канал, у нас просто блог. Мы ездим отдыхать, путешествуем, выкладываем видео. Мы занимаемся садом. У нас с Пашей любимое хобби – это сад. Вот. Мы вот наряжаем елку, что-то выпекаем. У нас просто блог, личный блог, друзья, поэтому... Если вы хотите, чтобы было быстро и прям все четко по полочкам, мне кажется, вот рецепт этих рогаликов вы найдете в Ютубе, и он там будет вам рассказан, наверное, за 2 минуты. Вот. У меня, наверное, видео будет, как обычно, на полчаса, но мы же общаемся. Мне кажется, это здорово. Тем более, что на канале был опрос, где я спрашивала, стоит ли сокращать видео, и 80% людей... Даже побольше. Ну, даже 80, немножко побольше, 3, да. Что ли, 80, да, сказали, что так. Нет, не стоит оставить в таком формате. Мы вот именно это нам нравится, вот посмотреть, там послушать, что вы там говорите, потом что-нибудь в комментариях написать. Тем более, что на комментарии я стараюсь на все отвечать. Так что, друзья, вы, конечно, можете опять написать, что у меня тут танцы с бубнами, как вы пишете, что я тут очень... Да, танцы с бубнами написали. Ну, ну, что поделаешь, друзья, значит, будут танцы с бубнами. Так, один противень мы заполнили. Берем второй противень и выкладываем на второй противень, заполняем. Чего ты мне, компот принесла? Да, я тебе компотик. Теща. Теща, зато, друзья, у нас очень закрывает вкусные соленья, варенья, компоты. Это вот не отнять. Это ее фишка. Это моя мама, да, это у нее фишка. Яблочное варенье, про которое вы спрашивали, которое у нее там получается дольками. Это все она, друзья, у нее это очень хорошо получается. Как компотик. Очень вкусный. Очень вкусный, да, я тоже глотну. Правда вкусный, как-то она вот умеет так по-особенному делать компоты. Просто потрясающе. Еще он очень вкусно делает какие-то соленья, какую-то необыкновенную икру кабачковую. Причем всегда по разному рецепту, друзья. Всегда еще и при этом экспериментирует. Необыкновенный сливовый компот. Кстати, вы любите, друзья, свои компоты? У меня вот мама всегда закрывает по очень много банок. Причем они у нее стоят потом. Я вот этот раз говорю, мам, ты знаешь, открыли банку компота... И говорю, стоит уже дней 5, даже не закисает. Ну, конечно, мы ее ставим в холодильник на ночь, а утром я достаю, и все, кто хотят, наливают, пьют. Она говорит, да, а ты знаешь, это все от того, что я очень долго держу под одеялом. Вот, у меня, говорит, еще там 3-4 суток банки остывают. Она накрывает одеялом, и у нее очень долго потом, вот еще видно, все, какой-то термопроцесс происходит. Она... Свой рецепт. Свой рецепт, да, между прочим, у нее реально, я иногда прихожу к ней домой летом, когда она закатывает эти свои соленья, друзья, и у нее вечно там в каком-то углу одеяло, у нее под одеялами стоят эти все варенья, соленья, могут 2 недели стоять там или сколько, неделю, ну не меньше недели точно, и только потом она это все убирает, спускает в подвал на хранение, и реально получается очень вкусно. А вообще, друзья, знаете, вам что должна сказать, с того момента, как мы с Пашей стали вести свой канал... Все наши родственники узнают обо всех наших новостях, изменениях именно с нашего канала, друзья. Вы не поверите, смотрят наши видео и говорят, да-да, мы видели, вы там мебель купили. Или, слушай, сестра тут мне звонит, родная, говорит, ну, слушай, Свет, я там посмотрела, а буженина то оказывается, легко делать. Я говорю, да, Наташ, представляешь, я тебе всегда говорю, что ее легко делать. Она говорит, а как рыбу солить? Я говорю, слушай, ну, надо снять видео. Он вкратце ей рассказал, говорю, рыбу еще проще солить. Буженина, она растянута во времени, готовится, а рыбу я солю вообще, ну, не знаю, за 10 минут я ее солю.
причем ее сразу можно есть. Но я все-таки ставлю в холодильник еще на 2-3 часа. Тут перед Новым годом солила, Паша говорит: слушай, почему елка, как ты же не успеешь, а время было 5 вечера. Я говорю: почему не успею, Новый год в 12, но она же должна постоять. Я говорю: нет, поэтому рецепт ее можно есть сразу, друзья. Поэтому есть у меня фирменный рецепт рыбы, как-нибудь сниму видео, как я солю рыбу. И, кстати говоря, солить рыбу меня научила Пашина уже сестра. Так что, друзья, потихонечку, в течение жизни приобретается опыт, чему-то мы учимся. Вот. В общем, наверное, правда, пора прекращать болтать. Надо... уже ставить противень в духовку. Уже ставить противень и заваривать чай, да, или кофе. Да. Выпекается, опять говорю, друзья, по-разному. Я выпекала прям совсем, ну, минут 20, знаете, если духовка хорошо разогрета у вас, то ну, минут от 20 до 30, в зависимости от того, какая у вас духовка, как она хорошо печет. Ну, в общем, будьте аккуратны, смотрите. Главное, чтобы они у вас сильно не поджарились. Если поджарятся сильно, такими нежными ребят не будут. Смотри, какие. Вот эти уже постояли и уже на кухне. Да, они уже да? пышные какие-то. Я смотрю, думаю, мне да, кажется. Да, вы были не такие, да? Ага. Постояли, да. Вот смотрите, вот эти только что скатанные. И эти вот постояли. Видите разницу? Разница есть, да? Вот они уже. Да, есть. Так что, друзья, в духовке они сейчас у нас поднимутся еще сильнее. Паша сейчас пойдет включать духовку, чтобы она у нас нагрелась на 180 градусов. Ну и будем выпекать. Еще раз говорю, друзья, аккуратненько следите, чтобы они у вас не перепеклись. И когда будете снимать, если вы печете, как я, без пергамента, то снимайте прям горячими. Очень хорошо отделяется от противни, прям горячий. Берете вилочку и тут же снимайте. Если вы им дадите чуть-чуть на противне остыть, друзья, сниматься будут плохо. Может часть рогалика остаться на противне. Поэтому лучше это делать, пока они прям вот из духовки вынули и тут же снимайте. Итак, Паша у нас идет включать духовку, друзья. Подрумянились как. Да, вот такое состояние, вот такая легкая румяность, это то, что надо. В общем, смотрите, друзья, сразу показываю свою ошибку. У меня редко такое бывает. Ну, как говорится, как начнешь на камеру делать, чем-то не так будет. Все-таки муки надо было немножечко побольше добавить. Видишь, расплылись, Паш. Видишь? Да. Да, а вот снимать надо, я говорю, сразу. Видите, чуть-чуть они у меня уже постояли и снимаются плоховато. Прям тут же, пока горячие. В общем, надо было немножечко побольше муки все-таки. Знаете, так слегка. Как раз они бы больше держали форму. Так что, ребят, не повторяйте моих ошибок. Чуть-чуть побольше, да, немножечко надо было. Паш, попробуешь? Конечно. Сходу. Смотри, горячая. Как? Очень вкусно. Зато тает во рту, друзья. Да? Зато тает во рту. Да. Ну, вот прям чуть-чуть мучиться не хватило, прям, ну, немножечко. Вот. И сейчас еще посыпем сверху сахарной пудрой. Это было совсем вкусно. И можно ставить чай. Можно ставить чай или кофе, друзья, и наслаждаться зимним холодным вечером, таким новогодним днем, такой прекрасной выпечкой. Итак, вторая порция рогаликов. Немножечко побольше подпекла. Смотрите, как Паша. Паша больше немножечко вот такие любит все-таки. Вот, и они чуть-чуть получше держат форму, потому что побольше запеклись. Но я вот люблю именно вот такие вот, друзья. Вот, эти тоже очень вкусные, очень нежные. Мне написали в комментариях к нашему каналу, что я тебе говорила постоянно: да, Паш, да, Паш. Мучает меня, короче, допросами. Кто-то написал: такая милота. Вот, а одна женщина написала, что это... Паша король в доме. Да, Паша, да, Паша. Да. Ты король, Паш, в доме? Да, да, навряд ли. Какой я король. Так. У нас равноправие, ребят, на самом деле. Вот. Где, может быть, кто-то подумает, что Паша король,
Или я королева? Нет, ты королева. Каждый в своем, друзья. Каждый в своем. Вот. Посыпаем сахарной пудрой. Вот. Хотя на самом деле, ребята, я придерживаюсь того мнения, что главный в семье должен быть мужчина. А мы, женщины, зачастую не даем им быть главными. Не даем свободы им. Тут как-то надо вот все так балансировать. Балансировать, да. Так, готово. Все, готово. Смотрите, как красиво получилось, друзья. Настоящее новогоднее угощение. Рядом с такой красивой вазой. Это наш можжевельник, друзья, из сада. Я попросила Пашу нарезать можжевельника для вазы. Вот он нарезал, смотрите. Вот даже сейчас дотронулся, прям колет руки. Ну что, садимся пить чай? Да. Чайком-то уговорим пол этого блюда, я думаю. Да, Паша сейчас половина запросто, друзья, говорит. Сейчас половины не будет. Ну и ладно. Для этого мы и печем. Конечно. Выпекаем. Да. Балуем своих близких. Ну что, пробуй. Ну, Паша уже пробовал, конечно. Пока сейчас я снимала. Ну, как всегда, да, Паш? Нежные, вкусные. Сама себя хвалю, друзья. Но они, да, правда, очень нежные и вкусные. Ты уже все знаешь сама. Всем рекомендую испечь, побаловать своих близких. Выходные праздничные у нас достаточно долгие. Можно найти время, я думаю. Хватит лежать на диване. Вот. Мы сегодня сходили с Пашей погуляли, съездили в гости. И вот вечером я решила испечь вот такие рогалики. Ты знаешь, мне кажется, гостей звать не надо. Почему? Ну, то нам мало достанется. Ты боишься, что тебе не хватит? Да. Ну что, Паш, какой по счету? Ну, ты пока будешь приготавливаться, я не знаю. Ну, пятый, наверное, где-то. Пятый? Пятый или шестой уже пошел? А? В общем, ребят, рогалики расходятся, очень вкусные достаточно. Заканчивай болтать. И принимайся, да? Конечно. А то ничего не останется. Вот. В общем, друзья, желаем всем прекрасных праздников, уюта в доме, уютных праздников, чтобы вам приходили гости, ваши родственники, ваши дети, ваши родители. Вот. Угощайте их такими вкусными рогаликами или, может быть, еще чем-то. А мы в этом видео, друзья, с вами прощаемся. Ждем вас обязательно на нашем канале в следующем видео. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте нам лайки. Всех, друзья, с Новым годом! Пока-пока! Пока!